времени всего одной строкой. Шанс распознать себя, кто я такой. Миг без начала длится без конца. Без мужа сын, рожденный весь в отца. Ложь только во спасение души. Рождение уже не значит жить. Исход не смерть ничуть, уход не путь. Ни деяние не значит что-нибудь. Но все, что понял, то теперь забудь. Быть или не быть о чем-то о своем. Мы знаем жизнь, но больше не живем. В одну строку мой бесконечный спич. Весны, надежды и осенний клич. Зима и лето длятся без конца. Любовью вечно полнится сердца. Здесь каждый миг во времени портрет. Без времени совсем в итоге нет. Теперь, как и всегда, пустое все. В бесчинстве пустота твердит «Еще!». Мир задыхается в избытке пустоты. Век по ошибке сжег не те мосты. Определенности – признак стабильности. Как поплавок, якорь вместо мобильности. Если бы выбор… Но выбора нет. В определенности есть и ответ. Есть ли стабильность, пусть даже в движении? Нет, точно нет. А в любых отношениях? В возрасте, в жизни, в погоде, хоть в чем-нибудь? Думаю, нет. Ну так в этом и суть? Определенность, фальшивка и муть. В мутной воде ловят в смутное время. Определенно смурные тетери думают выловить ценное что-то, а достают всякий раз только опыт. Кстати сказать, опыт — штука мистичная, все остальное в нем дело вторичное. Числа и связи, статуты, включенности чувства, свободы своей обреченности, в калейдоскопе иллюзий сложения. Жизнь — имитация, как бы движение. Это пролог. Переходим на личности. Нет, я, конечно, не в смысле публичности. Желтая пресса, клубничка и прочее. Версия есть абсолютно рабочая. Скальпелем слова, всю жизнь препарируя, определенности перефразируя, тем обретаем мы точку опоры, только уже не на этом подворье. В новой иной, параллельной реальности ясность внесем в хаотичность ментальности, веру свою, подтверждая на практике, отображая стратегию в тактике, будет итог, как всегда, промежуточный. Дальше посмотрим, наш опыт нешуточный. Лестница в небо еще только строится. Каждый по-своему и по ней смоется. Каждый отсюда, когда и кто хочет. Как командор или просто соскочит. Отвлеченность от размеренности дня. Увлеченность бегом бешеным коня. Убежать от этой вечной суеты. Конь гнедой, ведь мне поможешь ты. Ты уходишь по касательной к земле, от безумного полета разомлев. Ах, как нынче по душе мне твой полет, как свою тревогу ветер в уши льет. Изливает необузданный простор и впивается в бока мне вместо шпор. Ухожу по следу Млечного Пути, исчезаю из размеренности дня. Где-то в вечности я должен там найти и стреножить необузданность меня. Повороты, а сегодня тупики. Музыканты знали ноты, а поклонники стихи. Каждый мог о смысле жизни хоть чего-нибудь сказать, и детей на свет не стыдно было все еще рожать. Старики тогда ворчали точно так же, как теперь. Для любви, для печали,
для страданий и потерь было поводов не меньше, или пищи для ума, и надеждам безнадежно было тягостно весьма. Жаль, но точно не измерить и не взвесить, не понять, что такое значит верить, что приходится принять с оговорками и без. В чем упадок, в чем прогресс? Ну а если не серьезно, что в итоге и на круг? Пусть не слишком скрупулезно я исследовал недуг под названием то ли время, то ли просто наша жизнь, чтобы быть немного в теме, раз уж здесь мы собрались. Раньше были повороты. Кто-то пел про поворот, но понять нам было, кто ты и чего он там несет, было даже и не проще, чем, быть может, и теперь. Просто были наши мощи, не познавшими потерь, не изведавшими страхов и не вставшими на круг подведения итогов, кто нам враг был, а кто друг. Кстати, друг еще не умер. Просто быть им перестал. И не то, что даже другом, а вообще ничем не стал. Подававшему надежды стало нечего подать. Нечем то, что было прежде, стало с нынешним связать. И о бывшем ли я друге, или многое о чем я подумал на досуге, оставаясь ни при чем, неприкаянным предвзято, не затерянным в веках, не пытаясь заработать себе пенсию в стихах. И о бывшем ли я друге, или все же о себе, потому что мы имеем по уму и по судьбе только то, чего заслужим, от начала до конца, то, чем старость нас являет аватаркой без лица. Но я сам, не дожидаясь, чтобы в старость поступить, имя новое придумал и в нем новый способ жить. И в придуманном неплохо обустроился пока. Может быть, на это время, а быть может, на века. Подумал, что такое я? Быть может, радость бытия, когда забыть про боль и страх, а может быть, я на устах своих друзей, врагов, родных, а может, только этот стих, и на поверку нет меня, лишь сгусток веры и огня, пока он весь сейчас и здесь, пока он в этом мире есть. Но надвигается распад, слова и мысли не впопад. Им нервно сердце вторит в такт. Не так, не так, не так, не так. Нет, все давно пошло не так. А как? Когда кругом везде тупик, ты в 50 уже старик. Не потому что возраста, а все не та. Здесь все не так. Уже не бой, медаль и труд. Гадаем, может заберут. За счастьем бесконечный бег. Расписан по минутам век, на циферблате счет минут, и скоро сможем отдохнуть. Ну а пока я остаюсь. Все как в кино. Ушел, вернусь. Сам режиссер, такая роль. Здесь все реально, смерть и боль. Боль отражения меня, но эта боль совсем не я. А что тогда такое я? Быть может, радость бытия? Поэт все время мыслит крупно, эпохами, материками. К простой неприметной женщине он обращается как к даме. А та, стыдливо и обыденно, украдкой плача от бессилья, собой сама являет жребий
его духовного насилия. Он от зачатия обречен на смерть, и нерожденный потешает твердь, стремясь всю жизнь лишь истине служить, всю жизнь во лжи своей он будет жить. И жизнь пройдет, как будто краткий миг, вся как истошный первый детский крик, похожий на стон больной души, предсмертный крик, затерянный в глуши. Поднял вновь любовь на щит, и вот душа кровоточит. Попал я в плен твоих небесных глаз, но избежал я плена твоих рук. Так отчего тогда на этот раз вокруг меня любви сомкнулся круг? И я остался в замкнутом кругу, любовь моя, с тобой наедине, как будто на далеком берегу, как будто на проигранной войне. И не хочу я выбраться назад, и не хочу я выиграть войну. Я многое отдал за этот ад, остаться на далеком берегу. Не звать тебя я дал себе обет. Ты не придешь на зов мой никогда. Тебя ко мне не пустит море бед. С тобою мы расстались навсегда. Пять часов. То ли ночь, то ли утро, то ли дня. Пишут все, кто о чем. Кто-то что-то пишет даже для меня. Вспоминает кто-то жизнь, что прошла. Там, как кажется теперь, жизнь была. А теперь? Что теперь? Чаще больше репортажей из больниц. Краткий опус из убористых страниц. И в ответ, чего тут скажешь? Ты держись. Вот ведь как она проходит, наша жизнь. Расскажите, дорогие, кто вы все-таки такие, для чего живете на земле? Может, сверхконцептуальный, но вопрос такой реально вы несете на любом челе. Он прикрыт под слоем грима в каждом, кто проходит мимо, но заметен даже в темноте. Даже если вы не бриты, из машины вышли сбитой и совсем покажетесь не те. Кто в экстазе и смиренье постигает суть творения и еще пытается дерзать, а в процессе дерзновений, от любых поползновений им себя уже не удержать. И доходят так до точки, даже видимой отсрочки им уже к себе не применить, а другие их поносят, но сначала превозносят, чтобы после проще уронить. Уронил, и ты беспечен, ненадолго, как бы вечен, вроде как бы сам ты правишь бал, но остался ты без песен, стал твой мир неинтересен, опустел кумира пьедестал. И уже ты, чертыхаясь, проклинаешь вертухая, стал тюрьмой твой ветхий старый мир. И не вспомнить, дорогие, кто вы все-таки такие, кто загнал вас в камеры квартир. Дорогие,
Кто вы все-таки такие? Для чего живете на Земле? Может, сверхконцептуальный, но вопрос такой реально вы несете на любом челе. Он прикрыт под слоем грима, в каждом, кто проходит мимо, но заметен даже в темноте, озабочен и подавлен, кто устал, кто гениален, кто как Дэнди лондонский одет, кто блондинкой на машине, экономит на бензине, по волнам не первый век бежит, только все проходят мимо, и вопрос непоправимо рядом с нами в воздухе висит. Я прошу вас, дорогие, расскажите, кто какие видит свои цели вдалеке, но скользят без остановки, держат хвост и нос морковкой, жизнь совсем проходят налегке. Просят ни о чем не парить, могут запросто ударить, в чем-то они правы и правы, ну а тот, кто много знает, одного не понимает, где ему теперь достать травы. Раз читателя вопросов, их читать совсем не просят, я еще побуду и пойду. Лишь наместником убога, в этом тереме убогом, посижу у солнца на виду. Не хочу писать, как Бродский, как Высоцкий, Мандельштам, Блок, Есенин, Маяковский, и тем более, как сам. Ямбы, дактили, хореи, темы, страсти, имена. Я от формы сатанею, от предвзятости старею, но хмелею без вина, если что-нибудь живое, пусть и нет его давно. В виртуале и в реале, в поколениях и в кино. Вдруг возьмется ниоткуда, и задержится чутка, и займется, словно пламя в сердце пламенном строка. Так что годы ожиданий, или вот последний миг, это все всего лишь время, да и то, когда ты в теме, а не вычитал из книг. Неприступны параллельные миры для твоей центростремительной игры, утоление вожделения и нужды, подчинение ритмам страсти и вражды. Мы и есть те бесконечные миры, неподвластные для нужд чужой игры, и, вплетаясь в чьи-то жизни точно в ткань, мы лишь только приближаем грань и грань, а в своем стремлении вместе слить сердца никогда не доберемся до конца. В поисках пути. Нам путь дается с тем, чтоб навсегда на светость мы шли через года. Не рвавшись в бой и не ложась на дно, я жил всегда со всеми заодно. Не ярко жил, но бледное чело мне безысходностью, однако, не свело. И жил, как жил, не рвался в первый ряд, и вроде даже жизни как бы рад. Как атеист я набожность презрел, но Бога у себя в душе пригрел. Короче, жил и жил себе как мог, но вдруг узнал, что я, о Боже, йог. И оказалось, что мы йоги все, хотя о том не знаем мы совсем. Хотелось, чтобы было так или иначе, чтобы вся реальность перестроилась под твои или тобой придуманные сверхзадачи, под намерение совершить чего-то совершенно нереальное или невозможность совершить, выбираешь ты своей единственной реальностью. У намерений нет логики,
вернее есть, но совершенно логики лишенная. Есть другая логика, когда твоя душа опустошенная до совсем уже космической пустотности, подавляющей своей пустотной плотностью, хоть и кажется тебе, так не бывает, но она как раз-то в этот-то момент и оживает. И тогда откуда-то берется сила нереальная, ясность, словно зришь в шары хрустальные, и все то, что предначертано, сбывается. Даже то, что не понять еще, как называется. Намерение намерением рознь, хотя, что под намерением считать? Сказать желание? Сказать-то можно, это не вопрос. Нет, распознание души твоей и духа состояния. Намерения желанием вопреки нас заставляют, побуждают, просто дергают, и ладно бы еще писать стихи, а то в тебя потыкают отверткою, заставят влезть под 10 000 вольт, лететь и плавать, прыгать или действовать, или в руки пацифиста вложат кольт, и времени дадут собраться с мыслями достаточно, пока летит стрела. Тебе же за намерение ответственность, тут на кону уже не просто жизнь, и потому придется соответствовать. Намерения рождаются потом, когда и слов, и мыслей недостаточно, когда желания гонят в ад кнутом. Мир выстроен в мозгу, но словно домик карточный, трепещущий уже от слова «бриз», и от меня же ждущий пос и виз, чтобы войти в него, само исчадие ада. Так может быть, оно уже того не надо. И если мир уже настолько плох, что никому его не пожелаешь, а судя по всему, так даже Бог решил, здесь ничего уже не поменяешь, и что тогда намерения твои уже неужто круче, чем у Бога? Нет, просто у него дела свои, и у тебя свои дела, своя дорога. И если мы по образу его и по подобию когда-то создавались, то верно не за тем и для того, чтоб только бледной глупой копией остались. Наверное, в детстве говорили нам отец и мать, что мы их продолжение, и что у них по жизни не срослось, то нам судьба продолжить их сращение. Решить недорешенные дела, доделать недоделанное прежде и осознать, как нас с ума свела любовь, что вере и надежде здесь изначально не светило ничего, и проводить их к первой электричке, там машинист им весело споет об участи какой-то синей птички. Так что намерения в нас пока живут, растут и крепнут с каждым днем и часом, и даже с нашей смертью не умрут, оставшись также в продолжении нашем. Мы прозреваем, путаясь во мгле, в чужих страстях и недостойных мыслях, но помним, не случайно на земле мы оказались. И в небесных высях читаем нам послания письмена на каждый день и каждую минуту, там, где нам дали наши имена, и где всегда, всегда нам рады будут.
все существует одновременно, попеременно сменяет друг друга. Уходят столетия, а как современно, благословенная замкнутость круга. Здесь все совершается верой и правдой. Здесь каждый наш шаг уже нами оправдан. Здесь мы тренируемся во всепрощении, прощая себе же свои прегрешения. Никто никуда не уходит отсюда. Живут вместе с нами Христос и Иуда. Живут между нас подлецы и тираны. Живут уходящие в прошлое страны. Живут города всех времен и народов, рождая на свет мудрецов и уродов. Живут бесконечно безликие массы. Живут, исчезая, народы и расы. Живут, исчезая в безмолвном грядущем, в день нынешний так неотвратно идущим, напомнить из прошлого бывшие были, которые в прошлом нам в усмерть постыли. А в нынешнем светлом, пугающем адом, казалось бы, их нам и вовсе не надо. И незачем эту историю мучить, что, мол, исторический опыт научит. История то, где когда-то мы были, но опыт, который, не зная, забыли. История — это сегодняшний день наш, что нас по щекам снова хлещет наотмашь, вбивая сквозь щеки обидность пощечин, но этот лишь опыт истории точен. Довольно лечиться нам ядом микстуры, чумной истерической литературы, к чертям исторические параллели, которые вовсе не параллельны. Жизнь геометрии неизмерима, в ней все, что реально, в реальности мнимо. Подгонишь ее под цифири в ответе путем упрощения к нулю или к смерти, и вдруг удивишься впервые, наверное, что этот задачник составлен неверно, что в нем и ответ, и решение ложны, что истины в нем только к жизни приложны, к той самой, которую мы избегаем, которую мы непрестанно ругаем, которой подчас мы хотя бы инстинктивно не делаем то, что нам в жизни противно. Противно все время стремиться к ответу, в котором, как в истине, истины нету. Противно все время быть сытым, но злобным. Противно быть злобным, пусть даже голодным. Противно себя вечно втискивать в рамки. Пусть в качестве даже алмаза в огранке, являясь на свет в ярком блеске иллюзий, которому преданно служат все люди. А все происходит обыденно просто. Является время лишь пищей для роста, готовности выйти за грань перехода, за грань безысходности в виде исхода. Здесь наше сознание шествует рядом, пытаясь объять необъятное взглядом, пытаясь считать, словно с видеоленты, все то, что выходит за рамки момента. Мы верно забыли, что знание — сила, которая в нас свою суть воплотила, которая всю полноту мироздания с рождения вложила в нас в виде задания. И в этом задании спрессована вечность, спрессована в миг, в коем жизнь — бесконечность, извечное, как бесконечность мытарства, в отместку за счастье грядущего царства.
И снова ничего не пишется, и место для любви не ищется. Разобраны места на разное, от крови снова знамя красное. На всех семи ветрах полощется, и нам еще краснее хочется. Зальется красным желто-синее, и назовет себя Россию, и сплавит вновь народы братские, одна плавильня пекла адского. Живое, бывшее заглушено, очаг дымит страны разрушенной, напоминая инсталляцию 3D-обломков бывшей нации. Потери ждут невосполнимые, уходят самые любимые, и по-английски не прощаются, они назад не возвращаются. Простись и сам смирись с потерями, все было нами преднамеренно, самим себе судьбой назначено, в которой много всякой всячины. Где вперемешку крохи главного, свежи еще обиды давние, любовь, амбиции, страдания, глубокой старины предания, пыль, суета, себя забвение и пресловутое старение, вот на нее-то все и спишется. С годами многое не ищется, потери в памяти стираются и больше не возобновляются. Но будут новые влюбленные, границами неразделенные, их дед, ворчащий про забвение, им не испортит настроение. Их взгляды встретятся, как молнии, как реки вод весенних полные, сольются в бешеном экстазе, и вновь случится все и сразу. И в городах сады висячие, и чудеса те в душах всякие, ни войн, ни злобы, лишь прозрение, достоинство и восхищение. Сегодня мы за них помолимся, и пусть на этом успокоимся. Невыразима суть вещей, укрытых скованностью формы, лишенных глаза и очей, но в души к нам глядящих скорбно. Мир превращая в поле брани, в потьмах ступая наугад, одни высвобождаем грани, но рушим девственности сад. И чем глобальнее идея, и чем возвышеннее цель, тем сокрушимее разрушение и пустота полней затем. Но как-то в суть вещей проникнув, переболеем сутью их, душой в извечность мира вникнув, переродимся в дым или стих. Да, снова Новый год. Ждем или только праздник? А Новый год пройдет, как выцветший бумажник, в котором ничего, пусть даже мятой трешки, той, что лежит с тех пор внутри пустой матрешки. Но только ведь закон никто не отменял. Как встретишь... Погоди, а этот как встречал? Вот память, все забыл.
Нет, у жены спрошу. А может, тем, как жил, я память освежу. Был классным этот год. С весны, правда, ковид. Но он ко мне пока весьма благоволит. Лишь взглядом ловишь взгляд и масочный режим. И за собой теперь все пристальней следим. Да, бдительней теперь мы стали ко всему. Что было год назад, зачем, я не пойму. По нынешним делам тот год переиграть, глядишь, и сам ковид ушел бы. Ну как знать, а может быть тогда он вовсе б не пришел? Что ж, если все и так, переться на рожон, мутировать 100 раз, изображая зло, невеждам потакать, что типа повезло. В итоге, но ковид жизнь круто изменил, и к лучшему, как ты, мне кажется, решил. А если не успел, тогда еще есть шанс. Как вирус, как ковид, он поселился в нас. Он больше не уйдет, нам с этим шансом жить. И хочешь или нет, придется применить, использовать свой шанс, раз уж случилось так. Но и тогда ковид сочтем за добрый знак. Так как же встретить год нам все же довелось? И почему вот так нам с вирусом сошлось? Мы ждали перемен, и вот они пришли. И, видно, никого уже не обошли. И вот теперь опять готовимся встречать. Боюсь, желаний нам своих предугадать не каждому дано. А значит, как всегда, как встретим, так и жить. И горе не беда.